Недавно узнал такой потрясающий факт, что у Чарли Шина, американского актера, было 5000 половых партнеров. Представьте себе, 5000. Мне кажется, я не видел столько людей в жизни, понимаете? Просто зачем было еще выяснять такое точное количество, если можно просто подождать, пока Чарли Шин дотрахает оставшихся людей, понимаете? Чтобы можно было сказать, что он трахнул человечество. Сложно вообще сделать что угодно 5000 раз. Вот так пальцем 5000 раз сложно сделать. На 10-й думаешь, нет, конечно, мне это нравится, но не настолько. Если вы пригласите всех сюда, этих 5000 человек, они тут не поместятся в этом большом зале. 5000 человек не поместятся. Если вы будете под потолок их заталкивать, вы понимаете, они тут не поместятся. Если же сюда пригласить всех, с кем я спал, так их можно здесь спрятать. И не потому, что это дети, да, или они по частям. Нет, просто не очень большое количество.